В поселке Кугеси Чебоксарского района столкнулись маршрутка и иномарка. Травмы получили 9 человек. По предварительным данным, 34-летний водитель маршрутного автобуса, следовавшего из Цивильска в Чебоксары, не соблюдал дистанцию и столкнулся с впереди идущим Hyundai Santa Fe. В результате аварии 7 пассажиров микроавтобуса и 2 пассажира иномарки получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Всего в Чувашии в январе-июле этого года произошло более 750 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 88 человек и более 980 получили травмы различной степени тяжести. Лицами, управлявшими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, совершено 116 ДТП.